Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Это продолжение моей партии за Голландию в Sid Meier's Civilization 6. Вы слышите Алексея Халецкого, и я вас прошу перейти к первой серии этого сериала, если вы смотрите не с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. А они после апа пропадают, наверное, как с этим? Надо заново будет после апа пробегать или нет? Почему это навсегда промоушен? Нет, там копье, каждый раз надо было бегать после апа, потому что ты апал, допустим, пикинера, а теперь у тебя будет терция, это другой юнит. Блин, эта зараза дала 4 очка. Даже не представляешь, насколько это важное чудо. Так эта зараза мне 4 очка дала. Я тебе говорил, отменяй. Кто хочет на Польшу напасть, я понял. Арчи. Да, ну я не сейчас, попозже, наверное. Ну я тебе дам военный союз, господи. Сносим. Не, ну что за дела вообще? Хватит сношать Польшу, ребят. Не, ну больше судьба такая, как бы. Играть за Польшу и не быть подпиленным. Не исторично. Блин, какой мне холм придется убить? Причем мне, знаешь, сколько не хватило? 13, 12 молотков. 12. И все, у меня теперь жители обрабатывают эти клетки 1-1-1. Им просто нечего больше делать. Офигеть. А в спецов посадить? Занято уже. У меня уже 13 жителей там, а клеток по обработку 7. Не считая озера. Нет, 7-8-8. Так а что, в итоге поляк построил все-таки? Да. Странно, мне только написал, что Сандро построил какое-то там свое чудо. Про поляка ничего. Хотя я с ним в союзе. Офигенное просто чудо. Увел всех. Джибельбар Кал. А. Что? Кал какой-то построил? Нормально, сколько на тебя дает? Джибельбар Кал. Увел просто, можно сказать. Все хотели что-то чудо, но построил я. Ты что? Это, так, если что, сарказм, гавы, конечно. Религиозная победа. Беди. Не, оно дает. Оно мне как бы заходит нормально. Ну, просто клетка такая дурная была здесь. Ну, вот холм, короче, да, пустынный. Среди зелени. Странно. Так, тут гавань я тоже строю. Зашло. Ну ладно. Как среди зелень? Ну, пойм дофига. Да, поймы какие-то. Ну, просто холм пустынный именно был. Здесь. Ну вообще, да, это кусок пустыни, конечно. Классно смотрит. Куплю строительство. Ну и, наверное, апну. Еще один лук. Вообще, я согласен. Загрузить сейф я не буду строить. Ну ты мог на предыдущий ход как бы. Такая история. Блин, это зараза дала мне 4 очка. Я еще думал, что это 3 даст. Она блин, 4. Димка, я все думал, что мне там дадут, а ты тут взял ее тоже нашел, блин, равинку эту. Слева на острове. Ты чувствуешь, как Димка нарастает, да? Вот блин, это напряжение в игре. Застыли, блин, это теперь там чуждо увел тут руинку. Я согласен загрузить и ничего не делать. Блин, ты не представляешь, это на самом деле такая... Грея, ну это перебор уже. Что там? Он меня обвинил. Хорош. Ну 12 клеток, Дим. 12 клеток грёбаных. Это, блин, половина, что есть вообще во всех моих городов. Those who in quarrels interpose. А что это? Брандар Бруней против Арчи союз кризисный. И обосраться можно с такими картами.
ботинками. Я думал, все, хана Карфагену. Смотрите, а это нашему другу. А, это у кого были послы, мне предлагают. И мне предложил. И даже мы будем это делать или не стоит? Так а что, если я нажму соглашусь? Если тебя или что? Ты, мы объявим ему войну в несколько. Ну мы втроем объявим ему войну, если мы примем. Но если вдвоем там кто-то примет, объявит войну. Но если мы откажемся, то ничего не будет. А если мы примем, то объявим войну, и вон там нам на троих 1800 золота дадут. Ну, точнее, кто согласится. Нет, вы должны будете выполнить условия. Ну, если выполнил. Ну, ты уже получил деньги, блин. А что думаешь, мы сможем освободить Брунея? Это кто говорит? Это говорит Катечка с последней. Да, да, да. А мне там далеко. Хер знает где такой Puppet Master. Давайте объявим войну. Я, короче, нажимаю «да». Ладно, я отказываюсь. Хорошо, договорились? Я отказался, все. Чего, чтоб меня тут не кричали, наверное. А мне нравится. Некое подобие Объединенных Наций все-таки оно что-то, да. Есть такое небольшая штука. Давайте объявим войну, а? Да он хороший парень, все правильно сделал. Я этот город сразу не полюбил. Слишком плохо он стоял. Так, вот и я о том же, Сандра. Ну серьезно, мне тут некуда селиться. Я, ну, я бы не хотел его, конечно, убивать. Я тебе, конечно, знаю. Сандра, может не надо? Что-что не надо? Лиги ко мне. У меня религия на деньги. Я хочу вам принести свет и радость. Не, ну серьезно, ну Польша в таком месте находится, ну попилить ее это, грех, будет не попилить, то есть. Хватит. Слушай, она вот прям вот во все стороны может разойтись так по кусочку как раз. Не надо делать разделы Польши, распилы. Я лично экспедиционный корпус пришлю с другого угла, кажется. Там, кстати, в связи с тем, что Арчи в союзе с Польшей, например, если Арчи на нее нападет, то нам придет, опять же, это чрезвычайное событие, типа, он напал на своего друга, даже ему не надо будет города захватывать. Ай-яй-яй-яй-яй. Придет, типа, вот он долго был в дружбе, типа, нанес ему удар в спину, хотите его наказать за это? Такие, не... Темнее. Хотите, нет? А, что-то вы дофига послов с такой накидали, да? Строишь и строишь. Для кого? Кого? Для армии. Польши. Я просто научен опытом уже. Я знаю, что без юнитов сидеть это плохое, тухлое дело. Поэтому... Ребята, кстати, ребят, ну серьезно, если мы все резко так... Послушай, дам, Арчи, подожди. Больше тут... не станет, я Послушайте, думаю... Слушайте, у нас проблема есть. У нас всего одна религия в игре, и он уже распространил на 13 городов. Ну, я просто никто за это не посмотрел на это никто. Нормально. Не, ну в принципе еще есть вариант. Еще можно основать религию. Судя по тому, что уже она до меня дошла, то есть он в одном конце карты, а я в другом, и она уже в моем городе, то это серьезная проблема. Так, она сейчас сама будет распространяться. Она сама распространяет, он не принес ее. Не, она просто принес. Да, апостола. Так, ладно, кто там в союзе? Ну, я как бы вынужден ему войну объявить, вы понимаете, чтобы его апостола убивать. Я не буду к тебе идти, можешь не объявлять. Я просто принес ближайшим соседям добро и свет. Каким чтобы... ближайшим? Он просто, ближайший он просто, да, он самый ближайший твой сосед, да, нидерландец. Угу. Так апостолу голландцу... А, подожди, голландцу, да, принес. Ну, ухожу, все, ухожу. Честно, я пойду. Как ты вообще туда забрел, я не понимаю. А он тут прошелся по реке, я так понимаю. Да вы по сути, специально конкретно он хочет. Он в самом дальнем сначала распространяет, а потом ближним ему будет проще это сделать. Логично. Хитрец. Так что у нас проблема, что сейчас можно религии проиграть. О, озарение для картографии. There are very honest people.
who do not think that they have had a bargain unless they have cheated a merchant. Театральная площадь, Вак железу тремя и более специализирует, конечно, хорошая штука, но мне пока некуда ставить. А, у есть, тебя я вот вступил в золотой век, отлично. Нужен аукнут, я понял. Вот эту монументальность надо брать. Строители стоят дешевле. Покупки за золото. То, что надо. Или, блин, торговые пути дают плюс 3 золота за каждый. Наверное, вот это лучше. А, я один мог. Блин, а в героическом я бы 3 мог выбрать. Наверное, это все-таки возьму. Так, кого мы прокачаем? Давайте попробуем Лян. Вот это уникальное улучшение. На клетках побережья в городе дает плюс 1 пищи. Рядом находится морской ресурс. Не жалко тебе было полминуты тратить, Арчи? Жалко, но оно того стоит. А боюсь, ты быстрее меня просто. Нет, Димка, ну если ты ее быстрее меня построишь, это точно война будет. Ну что все такие злые? Да война и так будет. Он до Кракова ядерка долетает с воды. Еще гарантированно прилетит. Вообще, Грей, мне из-за твоего долбанного чуда... Я в темной эпохе не остался. Ну, хотя посмотри, что за карточки вообще-то. Ты мог как бы не строить его. Ты лишил меня просто 12 нормальных клеток. Хрен с ним, счастьем, вообще плевать мне. 12 клеток. Так это самое, ставь Лиан и улучшай. Ну, Лиан может быть в одном городе. Ну, у тебя в двух городах всего 12 лет. Нет, погоди, так ты настраиваешь, потом уводишь, а они остаются. Да, можно таскать. Ну, это одна еда, как бы, там бы и промка была. Ну, а это, там да, рыба все... есть? Они даже без рыбы не работают. Или работают? Работают, работают, она на работе. А, там бонуса просто нет. Подождите, такая-то Лян, вот это ее улучшение, это надо строителям строить? Да. Да. Аквакультура. Можно построить на клетках побережье в городе. А, вот тут она строится. Ну, здорово. И вот тут я тогда могу построить. Давайте мы, наверное... Или ты плюс считаешь... клеткам озера еще плюс один еды дает маяк. То есть там можно было бы сделать просто божественные клетки с этим чудом. Да, но это улучшение Лян на озере не строится, правильно? Только на клетках побережья. Ну, смотри, тут написано. Вы строили? Я строил. Когда-то. Просто написано на клетках побережья, а озеро это не клетки побережья. А идеи там, вот я в редактор залазил, клетка озера и побережья это одна и та же клетка. Окей. Видишь, они тоже дают одна еду, одно золото. Я не проверял, но в редакторе они идут как одна и та же клетка. Заметили, как наука у всех просела? Ну, так ушло это. Да? И культура должна была просить. Нашего. Ну, а что, у Лёши тоже хорошо с наукой, Польш. Ну, я-то в золотом веке. И у Сандра тоже. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a cartographer.
Блин, я ее не ускорил, что ли? Being a mercenary, though, hey, we just go wherever there's a mixture of money and trouble. Переключить. Кстати, я все еще продам этот шоколад. Ты мне прошлого раза хотел. Да я тебе только один, одну штуку дам. Быстренько на ап. Карточку. Ну, блин. Так, от влияния отказаться на пару ходов уже дорого. О, 65. Это уже недорого. И... Да, исследуем за два хода. Все откроем тогда. Хода я отправлю. Это стоит дешево в вере, в принципе. Катапульта стоит 120 веры. Я могу сейчас накупить катапульт, правильно, а потом их обрыть. Все верно. Прикольно. Грей, что ты такой злой? Что такое? Почему ты с меня требуешь какие-то деньги? Ничего не могу понять. Как это не можешь? Все логично, по-моему. Нет. Это стоимость двух шедевров. Двух кого? Которых ты запросил. Так ты же их не дал. Ну так сначала ты как деньги вперед, ты что, не знаешь, что ли? Тут какое-то дикое колесо ездит, может оно едет. Оранжевое. У меня там на автомате стоит исследование. Ну хорошо. Это видео создано при поддержке глобальной космической браузерной стратегии ConsoleWar.ru. Вот уж где действительно огромный мир. Одновременно может участвовать большое количество людей, и все они находятся в одном космосе, в одной галактике. Так что заходите на ConsoleWar.ru и после регистрации используйте словосочетание «Лёша Рептилоид». А чё дает в тёмном виде? Чего-чего? Дает в темном веке денег. Хотел посмотреть. Из-за Грей не получил. Этот. Даю штуку голды за сожженный Люблин. Как бы сходу. А что он спрашивает? Я так и не понял, он пропал 4. Что дает в темном веке возрождение? Ну. А, какие. Да, какие карты. Карточки. Так, все те же, там меняется только одна. Сейчас, погоди. Так, уходит монашество. А появляется каперские патенты. Плюс 100%. Карточка на двойне науки остается? Нет, монашество уходит. Уходит, да. Да, вот тут, но карточка на удвоение уходит, появляется строительство коперов плюс 100%. Ну, как-то не очень. Почему? Каперы очень классные. Вот за Англию, я считаю, очень крутая тема. Почему тебе не нравятся каперы? Это ж будущее подводные лодки. Потому что мы тут городов. Это ж будущие подводные лодки. Посмотри, сколько у испанца городов на воде. Ну, кроме Барселоны, в принципе, все можно захватить. А подводные лодки? Мадрид как-то захватишь. По ядеркам тоже нет ограничений? Так, нет, никаких ограничений. People can have the Model T in any color. So long as it's black. Волнительно.
Эй, Арчи, ну это нечестно. Что нечестно? Губернатор. Вау, а вот где я могу города ставить-то? В городе. Блин. Сейчас я эти интересно, займусь. Куда Сандра будет? Видимо, придется его уконтрапупить. Ничего страшного. Я все равно больше 6 послов туда не собирался, чтобы было. Так а зачем тебе тогда это? Территория, оказывается. Ну, у меня фабрики везде. Промка у тебя и окна отбирают. Да. А он что, поддал? Слушай, ну, Окленд и Темпла Майера и улучшение Лян, это был бы перебор. Ну, это давало бы как раз то, что нужно, чтобы догнать после 25 ходов войны иначе. Или сколько их там было. Ну, сейчас да вроде как медленнее встаешь. Медленнее вроде как развивается вначале. Культуре у нас только Сандра впереди. Ты на уровне. Наук тоже. Сандра впереди в планету всей. В смысле? Впереди планеты всей? О чем ты? Ты по культуре, по науке впереди планеты всей. Не дело. По культуре, да, да, по науке нет. К нет. 50 науки. Это временно. Так, ну что, все юниты я проапгрейдил. Пока на... Отлично. Блин, вот как же так? Территория-то мне была не видна. Хотя я мог сюда три ремы проплыть. Если бы раньше... Ну... Придется тут построить. Будет такая островная... Территория у меня отдельная. Ну, потому что 5 городов мало. 5 городов играть мало. The real use of gunpowder is to make all the day we stop exploring. Сменяем. Видите, тут как на губернатора завязана торговая республика тоже. Так, нам? Скидку мы убираем, ставим содержание юнитов. Торговые пути, плюс 2 влияния и. Кстати, Димка, ты видел карточку? Плюс 2 к союзникам. И более не да, я она стоит. Давайте, наверное, возьмем... Ну, я бы не сказал, что мне прям такие ах. Караваны. А потом поменяем идут. На 2 к жилью. Ну. Да. Никто мне не лишние сказал. 20 культур никогда не бывает. Блин, я забыл опять сюда. Посадить в конце хода послов. Сейчас где-нибудь тут город точно я сделаю. Так, испанец, ты так ничего не ответил. Да я думаю, у меня просто промки довольно мало и войска нету. Он ты готов так-то. Да я-то за любой движуху, как говорится, но... Пока ничего не могу обещать. Сандра, а ты что скажешь? Мы поем песни, пляшем у костра. У а что хорошо. Будет, если я убью Стокгольм? Я...
Ну, я думаю, мы с персом расстроимся. Я могу так сказать, что если мне... Что если мне дадут выбор взять квест за бабки освободить Стокгольм или нет? Я говорю, возьму. Если я убью. Я-то думаю, что так хэпануть про себя? Мы там Стокгольм, Вавилоны, да? Стокгольм вижу, Вавилона не вижу. Ну, Вавилон, в принципе, 3 человека или 2 вообще видели. А что, такое ощущение, как нас обманули, да? Мы с тобой, Грей, его видели, да? Ага, и ты разболтал всему миру. Так, срочно поисковая бригада. Там уже выехали. Я, кстати, туда, тогда ее пересажу. Да, забирай. Сференс твое. Нет, промки у меня пока хватает. О, Сандра, хочешь войну, как я тебе объявил, да? Миссионеры приберлись. Не слышу. Ну, давай я вообще шел ГГшку за это сделать. Да, вот такие отмазки. ГГшку, ГГшку, да. Давайте просто как-то уже религию. Не, ну мы дружим, или я его сейчас убью прямо на это. Нет, ты скажи, что ты не хочешь, я уйду. Я ж такой, что я не роняю активно. Я не брал для распространения, если ты заметил. У меня они еле ходят. Если бы я хотел, я взял бы другое улучшение. Я бы тебе разрешил, если бы тебе был противовес. А так как у тебя она одна, единственная, то все. Да без проблем. Хочешь, уйду. Там я получаю сейчас голду. Я однозначно религии здесь не побежу, потому что здесь, я смотрю, она очень плохо распространяется. Дело в том, что больше ни у кого нет религий. Если Польша либо Шотландия не возьмет религию, то ты победишь в итоге. Нет, я не побежу. Че такое? Она сама собой распространится, понимаешь? Она очень медленно распространяется. Ну, моя столица, как видишь, уже... Нет, я даже... У меня первый город примет его религию через 210 ходов. Это не значит, что ты не будешь ничего делать для того, чтобы победить, правильно? Или ты хочешь сказать, ты не будешь побеждать Нет, религию? Нет, давайте, просто. Сделайте религию, пацаны, я буду стараться победить религию. А карты раскрываю, все, буду побеждать религии. На карте есть Вавилон, кстати. А что Вавилон дает, я не знаю, что это за ГГшка. Нет, это я карты раскрываю просто. Это научная ГГшка, я уже понял, Вавилон, по идее, да? Скажите, а карточку одна культура за район брали? Да. Она теперь в устремлениях. На античность, в устремлениях, на средневековье. Это устремление называется, да, выбор этой фигни? Да. Сандра, смотри сделку. Конечно. Так что, Арчи, убирать миссионера? Да. Или можно в этот Бандар Бруней один разок там покрестить твоих этих... Сандра, поляка обращаться. Чё, поляка? Польскую матку эту пойду Говорит, вращать будет поляка сейчас. Вращать. Буква В в начале. Нет, прощать не надо. Прощать можно. Все, что хочешь, пойду делать. Эх, сейчас как... Слушай, Арчи, а ты тоже поставил эту карточку?
И как... Какую? На плюс 2-2. Нет. Давайте наверное, поменяю строителей, пока не надо. Что я хотел? Вот плюс 2 к жилью во всех городах с тремя и более специализированными районами. Братья индейцы, а мы-то будем одной веры с вами? А мы и так уже одной веры. Уж извини, испанец, что я тебя в индейцы записываю, но так уж получается. Это история наоборот. Ну, как бы наоборот, да, по идее, должна быть. Меня она уже... Я исполнил твою миссию. Вместо того, чтобы стать этими толиками там, будем... Будем таосистами. Верить в таосист. Просто... Сказка. A good navy is not a provocation to war. Блин, надо было взять в Нанмаду отправить на. То есть взять политический курс на плюс один этот. Дополнительного посла. Хочу быстро какой-нибудь социальный институт открыть. Божественное право, 2 хода. То есть, я так понимаю, вы против того, чтобы я Стокгольм забрал? Ой, я еще раз уточню. Я против. Я против. Хотя квест получить можно. Ну, квест, ребят. Квест какой был. Квест будет снести Китай просто. Без всякого алерта. Квест. Не, никакой квест. Квест снести Китай? Ужасно. А там и до Польши, как недалеко. Сначала тогда Польшу надо сносить, ребят. Сносите Польшу лучше. Тут блин, выбирают так... между Китаем и Польшей. Перс, я походу смотрю, что надо было слева селиться и все, и не пудрить мозги. О, справа, я прошу прощения, справа. Ты имеешь в виду вот на этом? Да. А что, плохо? По-моему, неплохие места. Ну, поздно, но так-то да. Ну, поздно. Хочу в золотом веке берешь. А, тут один и тот же континент, ладно, все, забей. Там нет смысла, там люксы те же, как бы. Я думал, там город поставили, но уже поздно слишком. Нет, там есть прикольное это стремление. Но когда ты ставишь на другом континенте, тебе города сразу три жителя дают. Ну да, тоже прикольно. Не, ну если там были люксы, другие я поставил там и так. Наверное, возьму быстро. Плюс одного посла, первого посла в смысле. Отправлю в Нан... или в Окленд, блин. Надо и туда отправить лучше. Отлично. И быстренько божественное право откроем. Китаец предложение там прими. Давайте сейчас все дружбы перезаключим, потом я убью Стокгольм. Мы все это запомним. Да. Какие-то темные карточки появились. Леш, ты все-таки решил туда, на острова жить? Ну а что мне, в 5 городов играть? Ну да. Арчи он играет нормально. Арчи не воевал вначале, Арчи отъелся офигительно.
У него все хорошо. А, вот это темный век. Я думаю, что за карточки появились. Интересно. Жилья как бы достаточно. Надо было все-таки оставлять, наверное, на строителей карточку. Потому что так-то мне жилья. Нафига, смотрите, 20, 20, плюс 6, плюс 8. Я еще и карточку на жилье это взял. Плюс 2 к жилью. Нафиг мне сейчас плюс 2 жилью. It's not the towering sails, but the unseen wind that moves a ship. Слушай, Димка, на сюзеренство Окленда тебе зачем? Ну как, 6 послов кину. Уже 7. Ну, кто же виноват, что ему нужно было арбалет построить? Я туда кинул ровно 6 послов, но больше не рассчитывал. Может вот здесь поставить, ну, проплыли прям. Мне рядом с оазисом предлагают. Что, конечно, тоже вариант, надо подумать. Я как бы не против, если ты его спокойно выкупи. Семь послов, ты маловато. Так у тебя там уже 5. Ну, 6. Ну, где я сейчас лишних возьму? Все тихие открытым послов. Только белые скалы Дувра есть. Обалденное чудо. Твое любимое. Еще и вывел он. Оказывается. Еще сюда надо будет пословку отправлять. Стены нафиг надо, честно говоря, верфь 14 ходов. Не знаю, тут один ход до роста, я смогу какой-нибудь район еще построить. Ладно, пускай рабочих один ход построит. Что у нас здесь? Чечевица. Вообще тут есть тропические леса, я еще не все вырубил, но стоит ли оно того? Кисивани. Вот это интересное чудо. 15% от того города, кем я сюзереном являюсь, еще 3%.
Килиманджаро. Варвары. Слушай, Качка, я там тебе кидал же предложение. Так я... А, военный союз опять? Ну нет, так откажись. Да, прими. Ладно, ладно. У испанца такая территория. Мне нравится этот развлекательный комплекс. Вокруг фермы. И выглядит как деревня испанская. Больше всего испанцу нравится Бильбао. Это город, так город. Польша, Персия. Бильбао. Бильбао, блин. Это самый обиженный город на земле. Зачем два люкса? А, ну да, вижу, два люкса. Я долго думал, выкупить мрамор или нет. Так проще. Минус один. Спасибо, что не выкупил, потому что у тебя и так есть мрамор. Я сейчас к нему выкупил рыбу, поэтому я тебе его и оставлю. Больше персики. Listen. Strange women lying in pond. И рядом острова... Обратно вернем пока плюс 2 влияния, а здесь к новым строителям. Так, кем бы поторговать? Со мной. Торгуй со мной, поторгуй со мной. У меня есть рабы. А чё у тебя, Китай? Не знаю. Там, по-моему, ты, кроме шоколада, ничего не можешь предложить. Алмазы? Алмазы у меня есть. Мапуча, а ты в курсе, что у тебя ниже певен мапу? Там просто трындец какой-то с фарурами, если они сейчас к тебе придут. Да не придут. Это резервация местных племен. Они там живут. Я видел, да, там. Краков. Да, самый крутой путь. Столько бабла приносит. О, фольдер. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Если я поставлю военный лагерь вот впритык к другим районам, районы не уничтожатся? В смысле? Ну, соседние державы. Нет, ты заберешь все, кроме районов. Ты хочешь забрать моих лошадей? Нет. Я наоборот не хочу ни у кого лишнее забирать. Клетки забирают с районами. Может, не стоит просто? А чудеса? Опять мы с Лешей, короче, встретимся. Чудеса тоже не забираются. Собрал все-таки. Что-то пропустили. Так что-то китаец там передумал этот Стокгольм забирать. Ну да. Тут такая критика посыпал. Говорит, все пропало, мы погибнем без Стокгольма. Да забирай! А китаец где-то справа, да, от тебя, забирай, да, Александр? Конечно. Что-что? Китаец справа от тебя, да? Да. Воевать кто-нибудь хочет в этой игре? Ну, я так понимаю, Лёш, Грейм уже навоевались?
У нас новая задача — прокачать союз третьего уровня. План. Да. А, так это не я один это делаю, да? Ищу союзника для войны. С кем? Да хоть с кем. Пойдем идейцы завалим. Какого? Я еще не решил. Какого? Я не знаю еще. Не, ну, конечно, лучше всего было бы Польшу распилить. У меня такие хорошие, красивые города. Да, но Польша третья по армии, ты второй. Ну, как раз лучше объединиться. Не, ну, я еще армию не строил, это так. Ты думаешь, я строил? Я тоже вообще не строил. По-моему, армию. Это Арча. Я говорю, забираешь Люблин, сжигаешь его, 1000 голды, вот прям тот же. Хватит тиммейтить. У меня, да, персональный квест. Стоит дороже, как бы. Но пока только 1000 в этой эпохе, больше нет. В следующей эпохе 1500 или 1800. В следующей 1500 будет. Сандра, ты все правильно делаешь. Ты Канди подводи туда, вот, да. Войска. А тут стоят Карфаген, Канди. Потом у меня в Мекке и в Темаке все тоже стоит. Войска. Их надо апать. Но я же мирный. Я не играл в этот Эдон ни разу. Я хочу посмотреть, что к чему. Но если что, могу, конечно, и насовать кому-то из соседей. Ну смотри, Люблин родном тебе. Плотск, Краков, Гданьск мне. Ну а там или персов, или голландцев. Калиш и Бекдось. Я все-таки хочу... Ну, все хотят его разделить поле. Кто за сможет у него такая? Калиша Бэгдэш забрал. Как так? По-моему, я никто... хочу на... Конечно, поляка нет. Проплыли. Смотрите, поставить? В общем, пилим поляка. Эти нет, два города мне, эти три это тебе. Нормально. Да, тут, я смогу, я там с горой что-то поставить, и проплыв будет. Нормально, сюда пойду. Второй уровень. Скрыем. Теперь я получаю очки великих людей при отправлении к нему. Каждый из ваших районов производит дополнительные очки великих людей за ход, если из этого города проложен торговый путь к вашему союзнику. Ну, так вот. Чё? Кассу уже построили давно? Давно. Там видно. Ага, я прекратил со всеми торговать. Импорта нету никакого. Качечка предложения. Смотрю. Подкупающие свои новизной. Так, с кем мне еще можно поторговать? Ребят, у меня есть ртуть, янтарь и вино.
У меня вино есть, у меня есть алмаз. А, ладно, мне не надо ничего. Есть янтарь. Ну то же самое, у меня есть алмазы, ртуть и вино. Блин, шоколад такой закинул. Есть вообще у всех. Блин, плохо, конечно, такой огромнейший континент. Угу. Фиолетовый. Ну, или что ты не успел. Мне от тебя только меха нужны, нафига ты их торгуешь? Так вон у этого, у поляка выторгать. У него их много, вон два как минимум вижу. Я с мехами торгую, у меня нет мехов. Попущее предложение. Так, у меня по-моему алмазы еще. Как они есть, если их не было в договоре? Они как бы есть. Ну я вот тебе предложение делаю, тут я не вижу, чтобы у тебя были алмазы. У меня есть они. Ну, в смысле, их там может нет, но я вот вижу их у себя. Ладно, вот тебе другой тогда ресурс. Сандра, а ты в корпусах или в инженерии? Признайся. В смысле? Блин, странно как-то. А это я в Польше вообще-то торгую товар. В прямом. А, ну, фактически и там. Осталось совсем чуть-чуть. Буржу. Начали поговаривать, что хотят индейцев там щемануть и прочее. Ну, ты как лидер Таежного Союза. Договоры сейчас где-то можно? Давайте меня в свой Таежный Союз. Сандра, давай его уже это убьем кого-нибудь. Арчи, ну сиди, развивайся, у тебя место отличное. Такая тундра. Ну что? Тебе еще не хватает. Ну, красивые чудеса. Мир. Я не единственный человек, который, ну как бы, вот говоришь, ты веришь в Бога, он говорит, поляк, я хочу серьезно? Поверить в Бога, и верит, а все остальные не ты очень вот это хотят. Серьезно сейчас сделал? Арчи, я готов с тобой с Польшей воевать. Че я сделал? Че случилось? Культурно захватил мои клетки. Какие? Я специально поставил так, что не захватывать ни одной клетки. Бананы захватил, смотри. Нет, бананы мои были. Я не знаю, туда что-то захватил. Специально поставил так, чтобы вот районы не трогали. Ну, мне пришло сообщение, территория потеряна, я поэтому и возмутился. А так, да. Так я же спокойно спрашивал, не просто ж так. Хорошо, тогда вопрос, а почему ты в мою сторону ставишь военную лагерь? А потому что не знаю, куда в другую сторону ставить. Там везде захватывал. Там везде захват территории пойдет. Хитрюга. Ну поляк явно нарывается, конечно, да? Не, вот реально, со всеми соседями вокруг. Кстати, насчет великих людей. Вот я сейчас... У меня было больше всех очков великого торговца, но мне писало, нельзя нанять. Кто-то, наверное, пропустил, и ты в этот ход не мог нанять? Ну, в самом начале хода, я с начала хода смотрел. Кто-то обладает мангуста, что он пропустил прям за секунду. Мне дали возможность сейчас забрать, я забрал этого чувака, но я был не первый по очкам, то есть первый кто-то... Ну, хотя я прям вот сразу открыл страну. Ну, все равно же получается, что по очереди идет, а не то, что кому-то... Нет, не получается, потому что мы играли в прошлую игру, вот серьезно, я открыл, у меня была кнопка «Взять», я не помню, какого великого человека. Тут я слышу, Арчи говорит, о, классный человек. И прямо у меня перед глазами его забирает, и мне дают другого. У меня тоже есть кнопка нажать. Не, ну у меня вот сейчас кнопки не Арчи. Было. То есть мне было просто написано, типа, нельзя нанять, и все. Ну ты тут Арчи, да? Давайте попилим Польшу. Хватит.
Давайте попилим кого-нибудь. А где разбили мапучи? Да мапучи на моем континенте. Мне от него, я его уже давно, если хотел бы, распилил бы, но мне смысла нет. У него два города на другом континенте. Вообще смысла нет. Развивайте, да и все. Польская струна. Там и китаец, ну и говорю, со всех сторон, вот можно его ликвидировать, чтобы он не мучился до конца игры. Да я не мучаюсь, все нормально. Просто не попилят или не попилят. Я абсолютно поддерживаю, идите, уничтожайте. Избавьте его от мучений, главное, такие ребята из добрых побуждений. Давайте его забить. Я не мучаюсь, не надо. У него 3 клетки озера, и он отнял у меня чудо на 12. Правда, мне 6 клеток. Обрабатывается 3. Обрабатывается 3, но вообще 6. Да, вообще 6, я бы их уже все обрабатывал. Но... пару клеток. Не, ну реально, поляк, да, чудо угнал у одного соседа, клетки отхватил у другого. Не, правда, клетки ни одной не отхватил. Ну написала же сообщение. Сообщение игра брать не будет, понимаешь? А то, что ты сейчас обманываешь, это уже другой вопрос. Я никого не обманываю. Ну, это сейчас никто не докажет, просто человек видел, написано было. У вас угнали клетки, все. Ну, в общем, суть этого не меняет. С китайцем у вас с самого начала, да, вот эти вот недоразумения, все эти почему? Границы. Почему? Все нормально, мы с китаем договорились с самого начала. Ну, это тебе кажется. Мне китаец пишет в личку, что давай. Я не могу его пилить, мы с ним в союзе. Так он и говорит, осталось 10 ходов, давай договоримся, будем пилить, давай пилить. Ну ты ж мне пишешь, я шо, мне скриншот делать, что ли? Да. Не работает кнопка. Почему странно? Это Щербин. Вы что, в личке общаетесь? Нет. Это была шутка, если что. Ну так, на всякий случай. Шутка, минутка. Развлекается, ребята. Ой. Ну это только один город. Что за ерунда? У меня что-то заглючила игра. Я не могу камеру отдалить. Нет. Ты выдели юнита. Все, юнит. Заработало. Там, когда ты выходишь из города, у тебя колесиком крутится меню описания юнита. Да, именно так. Я думаю, что где-то через годик это подставит. Я думаю, в следующем большом патче. В зимнем изменении? Ну да. Тысяча 15? Ждите. Чего 15? Что-что? Чего 15 ты пил? Я говорю, в новом патче. Зима 2019. Новинки. Новые прически сезона зима 2019. И прочие эксклюзивы. Вот ты смеешься. А так и будет. Так и будет, да. Доля шутки. Науки за каждую реликвию артефакт. Ну, классно. Блин, один ход не хватило дворца Потапа. Как не стыдно. Кто забрал? Потапа или Потапа? Арчи? Потапа. Потапа. Потапа, да. Какой ДДшки войну объявили, я что-то пропустил. Дворец Потапа. Потапа. Что? Пол какой. Да это ГГшка объявил войну ГГшки. Ничего интересного. Блин, одного хода не хватило, обидно. Ты еще и Вавенту захватываешь? Да не, я эверки там просто надо было получить.
нормальные пути. 8, 6, 4, 1. Да у всех тогда. Янтарь никому не нужен. В Харлем. Мне нужен. Что поменять их местами? Я могу поменять. Что да, тебе, тебе нужно? Мне нужно то, что у меня нету. Посмотри, может. Мне столько алмазы двойные. Есть. Да, Виктор, вот мрамор и шоколад. Я готов мрамор поменять. Меняй. Тут, ну, прилично морских клеток, на которых можно это улучшение. Не помню, с кем. А мы с тобой чем-то менялись. Мы, по-моему, оливки, да, я у тебя менял. Ну, может быть, оливки менял. Я отойду. Да-да. Все, я кинул. Ой, как я обломался. Сейчас нет, это другого такой инженера дадут. Извините. Лучше взять. Дождемся, когда Лян приедет. Так, а это а мы с тобой, наверное, алмазы меняем. Вутрых тебе поставили. Не, я просто помню, что ты мне предлагал оливки, поэтому у меня точно нет вот этих мрамора нет. Лёш, тебе оливки нужны? Блин, я генерал случайно. Ладно. Да, вроде. Да, нужны. Предложим. Все, тут все исследовано, поплыли дальше. Границы городов начали лучше расти, да? Или кажется? Может, у тебя Рен сидит там? Рейна. Рейна у меня сидит в Тмуаке, который слева, а границы почему-то у Гайдики растут так не кисло. Четвертым радиусом вино. Ну, может, там ты все уже третьим радиусом забрал? Смотрю, ты все третьим радиусом забрал в этом городе уже. Ну так вот, все, я же говорил, почему он так растет-то неплохо. Две бомбарды. Может, там культур дофига? В городе там 12, ну 13 культуры входят. Так. Две бомбарды странно надо построить. Два форта с помощью военного инженера. Уничтожьте врага с помощью рыцаря. Тут у нас что? Тут у нас все ускорено. Тут надо напрямую. Напрямую в урбанизацию. Гаси, ты еще куда-то нашел, куда город поставить, Перс? Я пока еще не решил. Там есть люкс, которого у меня нет. Не уверен, что я буду там ставить. Запасной поселенец. The key words of violent economics are urbanizer. You must not lose faith in humanity. Красивый ГГшка, красивая. И рядом нигде нету, да?
Так, ну давайте следовательские данные, наверное, начнем уже тут фигачить. Так, тут все обработано, все клетки обработаны. Создает реликвию Жанна Дарк. А так они... Что это возрождение промышленной эры? Что это, да? А это средневековье. Ну ладно, все равно я тут не думаю, что буду воевать. Давайте создам реликвию. Мне кажется, или увеличили стоимость великих людей дальше? Да. 840. Такого вообще, по-моему, не было даже близко. Ага. 1600, там 1850, не хочешь потом? Ой, видеть? Хорош, хорош. А то раньше их разбирали, получается, да, уже там можно было научных чуваков не найти к концу игры. То сейчас они, получается, задерживаются таким образом. Все правильно. Перс, посмотри, сделал. Да. Неплохо. Ну или поменяй, как тебя. Не, ну на один люкс это как-то на два, три, я хочу. Что, тебя тихо слышно? Блин, тебе. Ты отказался, да? Нет, я еще не отказался, но я говорю, это как бы либо два люкса, либо деньгами там 200, допустим, или... Ну да, давай 200. Давай, давай. Ну, я предложение. Плюс 3, конечно, так хочется. Не, ну, люксы 200, тут а не просто 200. Ага. Ну, поменяй. О, я первый кругосветный путешественник. Классно тебе. Выяснил, что мир круглый. Ага. Надо две бомбарды построить. Попалась, которая кусалась, да, Сандр? Что там? 19. Минус первый. Ничего себе, 19. Ну ты первый раз у меня украл, я туда решил кое-кого послать на защиту. Он не дошел, просто шел в другой город и как-то случайно споткнулся, да-да, заблудился и украл что-то. Ну, бывает. Делаешь. Блин, и убили разведчика, ну ё-моё. Ты, наверное, не нажал, слушайте, просто мне... у меня написано было, что поэма. Мне дали очки к эпохе за то, что я построил устаревшее чудо света. Так оно за любое чудо дается. Да, но, видимо, отличается количество очков. Тут мне, да, конкретно отметили, единичка. Вы построили устаревшее чудо света. А единичку отличается. Так же с этими, с великими людьми. Там есть, дают за прошлую эпоху. Великий человек прошлой эпохи.
Сандра, так я не понял, я его споймал или нет? Наверное, споймал. Написала, что споймал, а что там с ним произошло дальше, это уже непонятно. Блин, ну тут еще куча клеток. Я построить нового не могу. Почему-то. А, ну значит, я его полностью поймал. Значит, поймал. Лови меня полностью. Ну это лучше, чем когда будет. Ну да, могу поменять на что-нибудь его. 2000 выменять золота. Его никчемную жизнь. 2000 золота. Всего. 2000, Арч, он столько не стоит, ну ты что? Поверь, он больше стоит. Давай 300. 300 голды. 2000 золота и люкс. 350. А это еще и наш континент. Ничего себе. Я думал, это будет такой отдельный остров, а это, блин, фигня полная. Ты же знаешь, как зовут этого шпиона? Да? Просто ты бы его поменял, пока он не убежал. Тот самый знаменитый скотский Джон. Так. Полякам уровень повышен. Бонус к очкам послов за каждый город государства, где союзник является сюзереном. Где он является сюзереном? Нигде. Грей, ты всех послов, что ли, отправил в Стокгольм? Всех, что почему? Накопились? Наверное, Амани просто. Нет, там Амани просто. А, Амани. Да, где послов взять, это хорошее. Так, эту рыбу можно просто собрать, потому что она не обрабатывается никакими. Что открывать, куда дальше двигаться. Социальный институт просвещения. Я его скоро открою. Блин, везде будут ускорения. Ты хоть не используй пока этого ученого. Военный инженер нужен. Две бомбарды нужны. Спущусь сюда, чтобы варвары не могли захватить. Пока я его использовать не собираюсь.
Отойду на секунду. Китай, а ты так и не принял союз, что ли? А я не знаю. С кем? С Персией? С испанцем. Культурный? Да. In a market economy, however, the individual has some possibility of escaping from the power of the state. Так. Во-первых, торговых путей плюс. Ну и строителей уже, наверное, можно заменять. Все-таки давайте на жилье. У меня там со счастьем не очень. Прям, может, гавань промышленная. Может, бонус соседства для промышленной зоны лучше. Давайте промышленную зону. Еще, может быть, довольство в городах с гарнизоном тоже неплохо. Давайте как его возьму. Но как-то с довольством не очень, а гарнизоны во всех городах есть. Открывать. Давайте астрономию. Тут надо просвещение. Три хода. С этой промышленной зоны раз, два, три, сюда влияет, сюда, три, четыре, пять, даже на этот город влияет. Мапуча, у тебя этот культурный-то союз с кем-то заключен? На да, заключен. Никто не влияет. Фабро. Давайте, наверное, куплю фабрику. У меня нет культурного союза у китайцев. Да, у меня уже с ним второй уровень. А что у нас еще за чудеса? Я тут скалы Дувра нашел и арку. Килиманджаро еще. В снегах. Ну, по-моему, очень даже ничего. А, я видел его уже. Так, килик есть. А еще да, одно должно быть, по идее. Да, вот наша половина карты. На пятерых. Загляните на Console Wars, ссылка в описании к этому ролику. А на этом пока все. По задумке продолжение должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.